E a Valnuz. Спасибо вам огромное сразу всем за то, что вы пришли. И как и было запланировано и обещано, мы в первом отделении поиграем вдвоем в составе проекта Reflections Duo. Мы служба рефлексии. Может быть, мы переименуемся да, скоро в службу рефлексии. И сейчас это была наша песенка, которую мы будем закликать уже следующую весну. Ну а сейчас песня про океан. The Ocean. Песни посвящения любимым музыкантам, любимым друзьям, и я думаю, что сразу же пора исполнить. Вообще, я очень рада, что вы сегодня все здесь. Я чувствую какую-то непреодолимую любовь просто ко всем вам.
И дай мне волю, я про каждого из вас песню напишу. Вот что. Ага, люди в теме. Это было предисловие к песне, которая была написана про одну мою подруженьку. И она называется «Зачем?». Но на самом деле это просто девочковая песня про каждую из нас, наверное. Сейчас будет Gospel. И мне очень нужна будет ваша помощь. Вторая, четвертая, о да, о да. Try.
up on the wall, wait in the water, wait in the water, children, wait in the water. God's gonna trouble the water. Who is that children that dressed in red? Mm-hmm.
А сейчас мы сыграем песенку «Гештальт». Песенку «Гештальт», которую мы пробовали играть по-разному, а вот так, как сейчас, не пробовали вообще ни разу. Нам пришла эта идея буквально перед выходом на сцену, поэтому мы с вами творим волшебство сейчас. Песня еще одного любимого исполнителя Паула Лутини. Можно мне немножечко рояль найдем, пожалуйста?
Эти песни, которые мы с ними разбираем, и тащу в свой репертуар. Но правда спрашивают, ты не возражаешь? Как правило, не возражаю. Потому что у нас происходит взаимовыгодный обмен песнями. Недавно совсем был день рождения у... Мне вообще в такой чудесной компании посчастливилось родиться. Октябрьской. 9 октября был день рождения Джона Леннона. И сейчас мы с большим трепетом споем песню, которую Пол Маккартни написал ему. And if I say, I really
Спасибо. Мы сейчас поем песенку, которая называется «Никто, кроме ты». Nobody but you. Ooh.
две песни. Ну, дуэт, значит, две песни. И обе они будут на одну тему. И обе про любовь. Извините, не удержалась. Thank you.
Вальса, например. Вальс? Можно тоже, да. Стану твоей птичкой, перышки чистить и песенки петь. Быстро войдет привычку, стоит только тебе захотеть. Будь моим Валентином, обаятельный, привлекательный, все у нас в перспективе замечательно. Осязатель.
Отличаешься от других, потому что далеко не все прекрасные и чудесные люди поют как ты. С днем рождения, будь счастлив! Thank you.
сегодня с утра, когда переписывалась со своим директором Дашей, пыталась выяснить, вообще придет хор, будет ли он чего-нибудь петь, ну, как гость. А Даша все время пыталась сползти с этой темы. Как я ей задаю вопрос, она не отвечает. Я говорю, так, если хор придет и не будет мне ничего петь, он мне больше не хор. Вот, а сейчас я вижу, что очень даже хор! И даже очень хор! Ну, то есть, все не зря! Спасибо большое, Кусочки мои! Но это еще не все вышло. Олечка, мы хотели бы, конечно, поздравить тебя с днем рождения сегодня. А вы что сейчас делаете? Это была часть праздничная, сейчас будет часть поздравительная. Как тебе не нужно рассказывать. На самом деле, я вам честно скажу, что, ну, это не только мое мнение, я думаю, это мнение всех людей, которые здесь на сцене, что этот человек для нас является больше, чем преподавателем пения, больше, чем руководителем нашего хора, потому что, знаете, для кого она, это личный психолог, это просто пример для подражания, это, знаете, это такой комок энергии, который притягивает к себе, а потом еще умудряется как-то раздавать эту энергию всем окружающим так, что хватает всем и еще остается. Поэтому, конечно же, Олечка, с днем тебя рождения, мы очень тебя любим. Здоровья тебе, счастья, успеха и с нами тоже. Подарки в студию. Олечка, и кроме этих цветов есть еще одна коробочка, которая, я думаю, тебя очень порадует. Открой, пожалуйста, смотри, потому что это твое будущее, это наше будущее, я не побоюсь этого слова. Нет, надо посмотреть еще попристальнее. Это то, о чем ты думала? Но для людей, которые... Специальные какие-то задания, жесткие очень для нас, видимо. Мы сами не знаем, что творим. Внимание, там гортань. Вы не поверите, там правда настоящая гортань. Ну, в бумажном виде. И вообще, этот придурочный хор, он просто знает, да, что... Чего я больше на свете всего хотела, потому что совсем недавно я попала в сети, в лапы одной очень прогрессивной методики вокальной, которую я всем везде рекламирую. И вот это вот материалы по этой методике исчерпывающие. То есть вы меня потеряете месяца на два точно, я буду изучать, и, в общем, потом мучить их с утроенной силой. Они не поняли еще, что они сделали. Спасибо большое, ребята, вы сумасшедшие! Спрашивает меня, смогу ли я после этого петь?
нас осталось очень мало времени, поэтому мы будем играть все песни в два раза быстрее. Любимый рок-певец Юрий Новгородкин!
Аварийная бригада имени Роджера Долтри. Как вы понимаете, Роджер Долтри — это солист группы The Who. Я лелеяла мечту внутри себя, опять же, что у нас будет трибьют группа The Who. Я буду Роджерина, да, и так далее. Но как-то пока не складывается, но тем не менее третью песню группы The Who подряд мы сыграем. Thank you.
character, full of lies and hate. I think I scared him a little, so he showed me to the Golden Gate. Сделать, поэтому мы хотели бы сделать это сейчас. Нету Арайка. Ждем. Без него не начинаем. Тогда еще одну эпическую песню. Как вы заметили, у меня уже такой возраст, когда я могу начать хвастаться. Вот каждый, кто попадает в мое поле зрения, я каждого заставляю петь. Ловлю и заставляю. Чего прижухли-то? Жертву. Так, и сейчас вашему вниманию будет представлена песня, которую мы споем вместе с Колей Добкиным. Николай Добкин! Thank you.
down to shoot my leg. And now I got it messing around with another man. And now I'm going down to shoot my leg. And now I got it messing around with another man. And there ain't no good. Thank you.
хорошо, мы ему передадим. Он не будет присутствовать при эпохальном моменте. Дело в том, что сегодня день рождения еще у Алексея Семеновича Козлова. Сегодняшний концерт мог бы быть посвящением вчерашнему имениннику Алексею Семеновичу Козлову, конечно же, еще раз поздравим его. И замечательному, прекрасному, восхитительному Полу Саймону вчера исполнилось, не скажу, сколько лет. И поэтому мы заканчиваем. Я знаю, Юра, мне страшно было произносить. Да, ему исполнилось 76 лет, он, по-моему, прекрасно себя чувствует, творит. Я надеюсь, в моей голове, внутри меня Пол Саймон прекрасно себя чувствует, творит и радует нас. И поэтому закончим свой концерт песней Пола Саймона. Yeah! Thank you.
Спасибо огромное. Спасибо огромное. А теперь, рискуя прослыть группой, которую никогда не выгонишь со сцены, мы споем песню, которая адресована вам. Спасибо большое за то, что вы были со мной, с нами в этот день. Это был идеальный день. Спасибо моей семье, которая в зале, моей семье, которая на сцене.
Максим.